Сегодня я купил спрей, называется «Редкий пластырь», то бишь своеобразный спрей, который при высыхании образует пленочку такую клеевую. Для защиты пасхоженной шкиры, формируя на поверхности водостойкую плевку. 50 мл. Так, 50 мл стоит 20 гривен. Это где-то 80 центов. Куплено в Украине. Сделано тоже в Украине. Есть такой дозатор. Ну, запах такой спиртовой, конечно. Но он, скорее всего, еще не обеззараживает, потому что запах этилового спирта. Ага, вот написано еще, ну, читаем. Редкий пластырь для защиты шкиры, склад спирт денатурат. Ага, денатурат. Поливинил. Пирохлорид. Смотрим. О, такая пленочка блестящая. Что будем использовать?